Всем доброе утречко. Мы идем на завтрак. У меня голос охрипший. Вчера холодное мороженое, потом холодное кофе на море пили. Поэтому сегодня охрипшие. Ну ничего. Последний сегодня полный день у нас. А завтра 11, до 11 мы должны освободить уже. И домой. Ну, домой уже тоже хочется, просто, да? Просто горло не тренировано. Да, горло не тренировано. Точно, дома я холодная как-то не это, а тут когда нагреешься, да, сильно. А потом холодненькое, конечно, оно. Сейчас позавтракаем и на море опять. Мы пешком, как всегда. О, как скрипит. Насчет экскурсии, да, девочки мне тоже писали, что на экскурсии. Такую жару, как здесь, она даже больше 40 жара была. Это невыносимо. Это же ты когда на экскурсии, ты обязан, да? Часов 5-8, да? В основном она идет, вот сколько мы смотрели. Ты же никуда уже сам не уйдешь, только будешь ждать всех. Поэтому нет. В такую погоду экскурсию делать ни за что. Когда на машине, ты можешь сам, да, планировать, когда приехать, когда уехать. А так нет. Это только себя насиловать, так скажем. И такое удовольствие тоже как-то не очень-то и хорошее. Ладно, все, пойдем завтракать и на море. Так, чаек надо набрать. Ромашковый. Давай, Коля, ромашковый, да, или какой чай? Надо ромашковый. Ну, горло охрипло. Давай сюда. Здесь мед всякий разный тоже набираешь. Кофе даже такое есть, смотрите, растворимое. Кому надо. Ну все, Коля, наелся? Наелись, как всегда, да, вкусно. Как всегда, что может быть в отпуске? Еда, море. Пойдем на море. Ну все, наслаждаемся. Последний вечер сегодня еще. И все. Сейчас зашла взять какие-нибудь таблетки. Не таблетки, а сосульки, да. Как горло. Вчера сказала же, мороженое поела, вот не знаю. Ну, это не то, что от горла, а такие больше, ну, с травами. Вот эти, наверное, возьму. Вот евро 99 стоит. Или эти взять обычно дома. Иногда такие берем. Вот с лимоном и с медом возьму. Здесь вот в холодильниках вчера не показала. Колбасы тоже, да. Ну, конечно, это не нужно все. Но у кого дети, да, вот так. Раз на, вот на море лежишь, перекусить. Вот такой вот айс-кафе здесь. Всегда берем холодненькое. Какое хочешь. Вот оно стоит 2,29. Йогурты, молочка всякое разное, масло. Булочки, ну и вода, в зависимости, да, какая есть, вот по евро 69, там по 2,59, в зависимости сколько литров. Пиво и чешское тут, и ихнее оригинальное, да, всякое разное, и Хайнекер. Коля с утра сегодня сходил, занял место. Не я, а Коля ходил. Ну, вот такие вот я взяла. О, красота, водичка. Дети резвятся. Для них здесь вообще, они тут и замки строят на берегу. Все, что хочешь. Хотя тут не песок, да, все равно что-то химичат, сидят. Ну, как все дети. Ой, вода, обалдеть. Гуляю здесь по круге. Они как полежали, загорали.
под зонтиком, да, если что, мы загораем. О, как они спускаются эти. Сразу раз так с воды вить и на берег. Прокатиться, Коля, не хочешь? Нет. Я тоже не хочу. По молодости катались, да, теперь уже. Я покатать могу. Не, не хочу, спасибо. За бесплатно мне не нужно это. А мне сложно. Вот если бы здесь были эти катамараны на воде. А, по-моему, вон есть. Мы на Родосе на них катались, на таких. Вот классно. Это они, не они. На Родосе тоже вот такая же была вода, вот камни, вот эта калька. Сейчас пока никто не катается. Так вот, если посмотришь, этот отель выглядит не так уж, ну, невзрачно, да, выглядит? А вовнутрь заходишь, красота. Прям в горах стоит. А там такие мелкие, вот по побережью туда, да, по променаду, если идти, вот сейчас, там такие мелкие, ну, пару, здесь таких больших тоже. Да, это самый большой отель. Вот они, такие катамараны. Но жалко, они это. У нас налички нет сейчас с собой. А с карточки они не берут. А неохота идти опять в циммер. Ну, в комнату. Вот на таких вот мы катались. В машинках катамараны. Педалями крутить. Вот цены, кстати. 30 минут 15 евро. 60 минут 25 евро. Здесь, кстати, например, вот смотрите, с левой стороны, видите, другие лежаки, да, пластмассовые. Мы с Колей, когда первый день пришли еще, ну, толком не знали, да, где наши зонтики, лежаки. Мы легли сначала здесь где-то, а к нам подходят сразу и говорят, 36 евро с нас двух, короче, 18 евро с каждого лежака. Ну, он потом посмотрел, что у нас полотенце вот от этого отеля, да, и говорит, ваши там. Мы пошли, легли, так что он уходит цену. А если вы захотите тоже на этом пляже полежать, ну, как от этого отеля, вот цены. Два лежака 40 евро, один 25. Ну, а так вот тоже мы смотрим, да, иногда лежим, ну, на вот эти лежаки, которые от нашего отеля приходят, тоже ложатся. Он, естественно, к ним подходит, который следит за этим, да, и говорит, или платите, или идите. Ну, некоторые, кто платит, то уходит. Везде бизнес, бизнес. Здесь, кстати, ходят, продают вот булочки какие-то национальные, похожие на берлиновые. Потом кукурузу, фрукты в стаканчике я брала, 5 евро стоит. Кукуруза, не знаю, по-моему, тоже около, или 3, или 5 евро. 4? Ты слышал? Кукурузу не хочется брать из-за того, что она в зубах застревает. А фрукты брали, да. Просто ходит, торгует, не так, знаете, ненавязчиво. Кто хочет, останавливает его. Даже ходят платья такие, ну не то чтобы платья, а для штрангов. Да, всякие такие продают для пляжа, легкие платья. Сейчас вот эти облака немножко появились. Кукурузу продают, вот ходят теперь, и там какие-то другие булочки он таскает.
Всем привет. Ну что, у нас уже вечер. Последний вечер, кстати, идем на ужин. Ну, уже и правда домой хочется, если честно. Сегодня с детьми разговаривала, уже соскучилась по босику нашему. Я специально не говорил с детьми, чтобы не скучать. Да, так что идем сейчас подольше посидим уже. Я открою. Давай, мы по лестнице, как всегда, вот. Еще раз пройдусь, цветы посмотреть, и деток здесь много маленьких, такие свежие прям цветы. Все, Коля подходил на ресепшн, там узнавал, что мы им должны, не должны, ну, вытяжку брать, да, так как мы иногда, когда что-нибудь заказывали, мы на циммер брали, да, на комнату, нужно будет потом заплатить. Столы, конечно, очень красиво всегда накрыты. Вот эти вот стаканы, стулья. Красиво. Элегантный такой стиль. Ничего лишнего. Как мы любим. Вот, например, мы тут смотрим сейчас всякие экскурсии, да? Ну, мы, естественно, знали, просто вот показать, да, что они все идут вот с утра и до вечера, целый день. В такую жару это, мне кажется, редко кто выдержит. Поэтому как-то нет, это надо ехать, знаете, в такое время, когда прохладно. В 40-градусную жару целый день на улице, это очень-очень тяжело, поверьте. Тот, кто не знает. Потому что и ветра ничего прям такого нету, холодного, прохладного, чтобы он был. Поэтому как-то нет, не рискнули мы это. На своей машине ты поехал, 2-3 часа где-то там побыл, где-то сел, там перекусил. А естественно, когда толпой, то это уже совсем другое. Поэтому как-то так. Если будем ехать, то уже глубокой осенью, наверное, чтобы поездить побольше. Ну, лишний повод еще раз приехать. Да, Коля? Тут такое отдельное место, где вот, ну, выбираешь все, что хочешь. Машины тоже, вот, да, можно вот резервировать. Тут еще, ну, не в курсе, не разговаривают, так как мы с Германии еще машину взяли. Ну, тут еще, естественно, страховка входит к этому, да, и все это. Вот цены, девочки, вот цены, кто просил, да, вот именно в ресторане, да, если вечером какие-то напитки. Вот, например, апероль, да, мохито, хуго, негрони, такие вот коктейли, цены по 10, по 11 евро. Ну и здесь всякие лимонады алкогольные, коктейли, все, что хочешь, короче. Бейлис, ликеры, да, всякие, джин. Ну и здесь вина в бутылках еще есть. Здесь вина в бутылках. По 40, по-моему, с чем-то мы смотрели, по 60. Кстати, я еще суп даже здесь не пробовала. Здесь какой-то брокколи суп. Ну, такой пюрированный, да? Добавляешь, можешь, да, вот тут рис, потом вот это вот я не знаю что, сухарики, овощи какие-то и зелень. И еще вот такой вот суп, куриный бульон. Кто его открыл? Надо вот... Вот если я суп поем, я потом есть не буду, поэтому я суп не ем. Ну, это детский стол, как я и говорила. Для детей сегодня, смотрите, хот-доги, макарошки. Это что, это моцарелла. Такие палочки с моцареллой. Хомас.
пицца, как всегда, всякое разное. Хлеб, фрукты. Последний вечер все снимаю. Самое классное, что здесь много папайи. Мой любимый фрукт. Сливы очень вкусные, авокадо. Все, что. Хлеб. Ананасы. Все, что хочешь. Фрукты все какие есть. Порезанные. Я вообще десерты, если честно, я, может быть, пару за всю неделю попробовала и все. Я вот это вот все не ела. Ну, я не особо люблю это. А вот пудинги классные. Я один вот ела вчера такой, правда, белый, ванильный. Шоколадный нет. Ну, я не любитель таких вот, не знаю, тортов всяких. А так красиво, конечно. Все очень красиво оформлено. Нам принесли чек, пиво, просекко и вода. 18.70, ну и вот так вот каждый вечер, да, вот. Примерно так и происходит. Ну, не всегда, да, тоже. Пиво тоже не каждый день, и просекко, но через день там. Что-то какой-то коктейль там, апероль тоже. Примерно так. Ну, все, пойдем накладывать. А у меня примерно пиво. Ну, да. Дома же не пьем каждый день. А в отпуске можно. Сегодня наш последний закат. Правда, мы уже нафотографировались, а теперь на видео немножко его запечатлим. Не наш, а солнце закат. Ну, в смысле, в этом отпуске. Вон у нас самолет уже полетел. Где? Вон. А, точно. Это мы там летим. Скоро уже дома будем. Ой, красота! Наслаждаемся, ходим, гуляем, наелись, как всегда, вкусно. Сегодня, кстати, температура что-то упала, да? Вот она вчера и сегодня, так, на вечер, а днем жара. Очень легкий сюда с первого числа. Если хотите, да, правда, гулять побольше днем, то лучше, мне кажется, в октябре, наверное, ехать. В сентябре. Ну, в конце сентября.
Да мы куда? Мы на пить.